Ты дурачок? Ты что делаешь? Твоя очередь. Давай, залезай. Залезай. Держи, держи маску. Держи вот эту трубочку, держи. Тренировка, тренировка, Катя, Какая тренировка? У меня только что мышка сама копала, я даже на ней пальцы не держал. Тренировка под водой, нужно задерживать дыхание. Понимаешь, что сегодня у нас будет ответственный день. И сегодня нам нужно как бы затащить всю деревню, спасти всех жителей, спасти всех детей, кур, собак, свиней, говяжку, и лис и всех остальных, кто там проживает в деревне, понимаешь? Поэтому давай спускайся в воду и давай. Дыхательные процедуры, Кать! Выдыривай, 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 сейчас это тоже! Кать, подождите. Если ты не знала, то я до серии, но я немножко тут пошаманил, совсем немножко, и я улучшил наше с тобой судно. Кать, ты где? Да все, хватит этого, хватит вот этой процедуры, иди сюда. Павук. Кать. Павук. Павук. Сейчас я его убью, подожди. Кать, ты вообще заметила, что у нас изменилось здесь на нашем подводном судном лодке? Ты смотри. Ну, конечно, да? Конечно, пока смотри. Я ягодки собирала, ты построился. Давай, давай, спускайся на нижнюю палубу и посмотри, насколько здесь много места стало. Я реально до серии уделил примерно, 30-40 минут для того, чтобы здесь все расчистить. Зато у нас это здесь будет появилось... моя мини-комнатка. Это твоя будет, это твое рабочее место. Или, кстати, сральник. У нас даже сральника нет на... Мы всегда каждый раз ходим в океан, в открытый океан, вот сюда. Здесь на лодку вот так боком становимся и делаем свои дела. О, поэтому... ну зачем такие подробности? Вот. А здесь, в этой комнате, у нас будет склад с тобой, Кать. А сейчас, Екатерина, я попрошу вас пойти в наше царское гнездочко, где каждую ночь прыгает туда-сюда, что один матрас, что другой матрас, где самые... Где самые мягкие подушечки. Ты оценила нашу новую спальню? Но я немножко здесь все... Я немножко ее увеличил, немножко по-другому расставил блоки, сейчас намного больше места стало. Тут даже уже можно... Тут разминку даже утром можно, типа, присел-встал. Ага, ну, по-моему, ничего не изменилось. Вот так и делай ремонт на кухне, а баба твоя ничего даже замечать не будет. Ладно, Катюх, на кухне, ну это как бы кухня, но на кухне мы с тобой немножко спим. Имеешь ли ты представление, чем мы с тобой будем заниматься в этой серии? Хотя бы вот на чуть-чуть. Да, на самом деле я знаю, чем мы будем заниматься, но я боюсь. Я правда не знаю, сможем ли справиться. Я не знаю, честно, подписчики в комментах напомним, Екатерина, что мы делаем под каждой серией? Мы читаем все комментарии. Да, и в предыдущей серии многие подписчики писали, что есть несколько способов, которые помогут тебе защитить деревню. То есть оградить всю деревню блоками, высоту там, в 2-3 блока, на это у нас времени нет. Да, а еще нужно закрыть жителей в доме. Да, нужно закрыть жителей в доме, чтобы, попросту разбойники не смогли их убить. На это у нас времени тоже нет, потому что я немножко лоханулся. Я сначала вместо того, чтобы обезопасить деревню, я добыл вот это знамя рейда и только потом пошел в деревню, вот сейчас я ее буду якобы обезопасывать. Ну, Кать, давай сделаем так. Если мы не сможем обезопасить деревню, если мы не сможем ее сохранить, тогда... Мы должны быть изгнаны из этого мира. Да. Но надеемся на лучшее, мы же с тобой как бы хорошие майнкрафтеры. Катя себя это вот я, так... Я хороший майнкрафтерша, а ты да, нет. Да. Иди сюда, забирай алмазный меч. Иди сюда. Алмазный меч? Алмазный меч, мы же в предыдущей серии 6 алмазов нашли, как-никак. Я возьму еще золотое яблоко. В принципе, вот это, не скажи то, что... Знаешь, что мне писали подписчики в комментариях? Что? Типа, ты нашел золотое яблоко, такой, Кать, золотое яблоко, как я золото нашел, ты такой, нафиг тебе это надо? Типа, золотое яблоко тоже бесполезное, да? Эй, ты куда? Ну будешь умничать, я вообще куда-то уплыву. Эй, мне тут подписчики написали. Подписчики много всего интересного в комменты пишут. Я, честно, иногда удивляюсь, то, что вы там пишете. Кать, честно, давай мы не будем с тобой ругаться в очередной раз до того, как начать серию. Я на этой лодочке, немножечко совсем капельку поплавал. Вот. Один? Один, без тебя. Ага! Тихо. Я ни с какими дельфинами, яриками не заигрывал. Вот здесь, через океан, если плыть в ту сторону, есть пустыня. А в пустыне есть небольшая деревушка. Поэтому я тебе предлагаю не отправляться туда, обратно, туда-назад, в ту деревню, которая находится где-то там в лесу, а отправиться вот в эту деревню и спасти ее от нападения. А, то есть, подожди, можно любую деревню, угробить, да? В смысле угробить? Мы никакую деревню угробить не будем, мы все деревни будем с тобой спасать. Спасение — это наша кредо! Эдисона и Катю в президенты! Хорошие президенты, хороший Майнкрафт! Пошли за мной!
Блин, я боюсь. Правда, вот у меня реально мурашки по коже идут, мне страшно. Кать, ты понимаешь, что я первый раз в жизни, честно, можете назвать меня дубасосом, но я реально не играл до этого в версии Майнкрафта 1.14. Я ни разу не сталкивался вот с этим рейдом. Я не знаю, что это такое, я не знаю, как спасать жителей. Ну, давайте сделаем так. Если мы лоханемся, если мы все прокакаем, ну, значит, в следующий раз... Мы постараемся лучше спасти деревню. Тут Катя. Ломятки, ломятки маленькие. Какие ломятки? Вот ломятка маленькая. Их спасать мы не будем, они и так здесь в безопасности находятся. Поэтому, Кать, смотри, смотри, сейчас у нас миссия невыполнима будет. Нам нужно разбежаться. Разбежаться и прыгнуть всё, в воду. Всё, это уже провальная история. Так, давай, давай, ты первая, давай. А где вода-то? Подожди, смотри, как надо, смотри, как надо. Берешь, разбегаешься и такой... И допрыгиваешь! Давай. Только разбеги. Разбегись, пожалуйста. Разбегись. Сейчас. Давай, 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 давай. Сейчас. Давай. Что ж? Ты почему не разбежалась? Ты просто бежишь себе так на расслабочку. Я разбежалась, я два раза на W нажала. Ну чёт, как-то у тебя W вообще не сработал. В прыжке, когда ты летишь, надо держать W, чтобы ты дальше улетала, а не отпускать его. Ой, Екатерина, давай топай сюда, я тебя здесь жду. Давай. Ну, басиська просто. Это мини-Ярик, а сзади настоящий Ярик. Это мини-Игорь вообще-то. Фу, Ярик это дельфин! Игорь! Игорь! Все, пошли в ту сторону деревни, вот где-то в той стороне. Давай, а ты маленького Игорька убил? Ну, как бы, а чё он такой нарватый? Он на меня полез, поэтому надо было его немножко успокоить, усмирить. О, эндермены! Не смотри на них, эндермены! Ой, Кать, обегай, просто обегай, не бей их даже! Не бей, давай, побежай! Вот это, Кать! Давай за мной! Бьют прям по заднице! Давай, не надо Катю по заднице бить, иди сюда! Ты понимаешь, что как только я забегу в эту деревню, сразу же начнется рейд. Поэтому я сейчас тебе поручаю небольшую такую задачу. Иди сюда. Так, смотри, что тебе надо сделать. Я понимаю то, что страшно, давай вообще первый раз в жизни такое делаешь. Все в жизни бывает в первый раз. Смотри, держи блоки, держи досочки. Да уйди ты, собака! Свинюха, точнее. Идешь в деревню. Да ёперный кокос! Вот это сало ходящее! Подожди, Кать, убей Игоря, пожалуйста. Игорь, здравствуйте, молодой человек. Я занятая женщина. Отстаньте от меня. Спасибо. Смотри, идешь в деревню, проверяешь каждое здание. Если там спит какой-то носатый вот этот житель, сразу же закрываешь вход в деревню. Понимаешь? Хорошо, да-да-да. Чтобы никто не мог зайти в этот дом, и чтобы никто не мог выйти. Я не могу к тебе присоединиться, потому что если я зайду в деревню, сразу же начнется рейд. Давай, топай. Я там видел там в деревне голем ходил. Ты не забудь с ним поздороваться, Кать. Отстань. Ну, в смысле, убери с руки меч и пни его один раз, а точнее поздоровайся с ним. Слушай, ты, я сейчас с тобой поздороваюсь, давай не мешай ко мне, хорошо? Ой, это... здесь же нет. Нам нормально, ну, если там нет жителей, значит не закрывай. Я пока здесь постою, покараулю, возможно, я смогу подняться на вот эту гору, и я очень надеюсь, что рейд еще не успеет начаться. А еще знаешь, что подписчики писали в комментах? Я не запомнил, что там точно было, но что-то в плане во время рейда надо понажимать на колокольчики, и тогда придет какая-то то ли подмога, то ли ты сможешь видеть разбойников через стены, ну что-то в этом роде. Все, одного закрыла. Молодец. Ай-яй-яй, Игорь, два Игоря, три Игоря. Я слишком быстро подошел к деревне. Меня убили. Да ты, Игорь, банально не можешь быть. Беги обратно, Кать, беги обратно. Давай, я тебя здесь жду. Кать! Давай! Я одного убил, Кать, помогай! Помогаю! Голем, иди нафиг! С тобой нельзя здороваться! Там еще крипер! Да зачем ты голема-то убиваешь, Кать? Да кого убивать-то, я не знаю! Разбойников надо убивать, а не голема! Так, звените в колокольчики! Кать, зачем ты голема-то трогаешь? Да я нечаянно, я хотела поздороваться с ним. О, страшно-то как? Я чё-то не ожидал, что будет все так жестко. Кать, тебе там долго бежать? Там бежать 30... Я здесь уже. Там 30 секунд бежать. Много.
Если у тебя мало жизни, отбегай! Если у тебя мало жизни... Нормально, ой, у меня жизни! Ты смотри, какая она жесткая! Нет! Давай, 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 кто? Кто? Кто один? Один, а, вот, смотри, 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 он там наверху с баннером, вот это чупакабра ходячая. А у меня стрелка нет. А как туда забраться? Давай, 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 давай. Собака. Ты справишься? Ты справишься? О, он спустился вниз, я иду убивать его. Он спустился вниз, но я умер. Ща я прибегу, Катя! Тихо, 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 я убила его! Молодец, сейчас я прилечу! Хорошо то, что эта деревня находится очень даже близко. Кать, как у тебя там дела? Я спряталась, мне страшно. Выходи на улицу, я уже прибежал. А не на улице, Кать, помогай, 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 помогай! Давай, 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 давай! Опа, двоих убил! На горе, на горе, на горе, иди сюда, на гору. Опа, 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 опа! На, собака! И там через дорогу еще один с баннером. И наверху, это кто? Я случайно жителя убил! Это кто такой большой? О нет, это что было сейчас? Ооо, Кать, беги обратно, крафти себе лодку и беги обратно! Ядрить меня пупок просто, это... Сейчас, это я... Что это было вообще такое? Я не знаю, я... Тебя убили. Меня через стенку убили, это как? Нам хана, нам не справиться, все. Кать, все. Сейчас, подожди, давай, давай ты не будешь рыдать, как баба какая-то! Иди, ты где, ты уже уплыла? Да, ну вообще-то я баба. А почему ты посередине океана лодку оставила? Ладно, неважно. Сейчас, сейчас я прибегу! Кать, наша первая ошибка, которую мы с тобой допустили, самая огромная. Нам нужно было переночевать в этой деревне до того, как я получил вот эту метку рейда. Вот именно. Вот, потому что мы каждый раз с тобой спанимся там через вот эту речку огромную. Ну, как бы нам, с одной стороны, повезло то, что эта деревня находится практически рядом с нами. То есть сюда бежать, ну, если прям на лодке, прям мчать как ненормальный, ну, примерно секунд 45-50. Поэтому мы успеваем добежать сюда до того, как рейд закончится. Но в следующий... Но в следующий раз... Они здесь еще? Да, конечно, здесь. А ты что, думала, рейд-то закончился? Да, я думала, только ночью. Какой ночью? Там еще и ведьмы! А что ведьмы-то здесь делают? Кать, сзади, 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 сзади! Уби... Ау, изумруд выпал, нифига себе. Так, молодец, 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 молодец. Еще одна ведьма. Так, 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 так. А где этот бык огромный? Я не знаю, куда он ушел, но он меня прям через стенку убил. Возможно, он сейчас еще раз сюда придет. По-любому. Смотри, смотри по сторонам. Он меня убил как-то через стенку. Я не знаю, как это у него получилось, но это было страшно. Очень страшно. Опа, собака. Куда пошел? Ёперный театр. Так, Кать, ты смотри, куда они спрятались. Иди сюда, налево, 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 развернись налево, налево. Вот, видишь я? Ага, вижу, вижу, вижу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ты смотри, куда они все свалились. И нам нужно их сейчас как-то достать. Их там 4 штуки. Только не падай, ради всего святого, не падай вниз. Кать. Все, я поняла, я иду туда. Подожди, подожди, подожди. Надо как-то туда спуститься, надо как-то их завалить. Были бы у меня стрелы, я бы их как-то порешал. Но стрел у меня, к сожалению, нет. А я выкинула стрелы. Зачем ты стрелы-то выбрасываешь? А ты сказала, они не нужны, я их и выкину. В смысле стрелы? Не нужны стрелы, нужны... Да уйди ты! Стрелы нужны... Стрелы нужны для того, чтобы стрелять вот как раз вот таких по пипу, которые там где-то снизу находятся. Короче, я им прыгаю на голову и все, до свидания. Ты со мной? Ты! Эй! Это Спарта! Это Спарта, пацаны! Пап! 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 Очень страшно, очень страшно. Еще убей эту ведьму, 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 и выстраиваемся обратно. Давай, брата, 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 брата. Зачем я сюда прыгала, блин? Я вот тоже не знаю, зачем ты сюда прыгала. Под себя блоки ставь, под себя блоки ставь, которые у тебя там есть. И давай выстраивайся так же, как я сейчас выстраиваюсь. Давай, 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 давай. Ёпсель, картопсель, Кать. Кто там орёт? Кать, через дорогу посмотри туда, назад посмотри. Что это за фигня? Мне помочь, может быть? Пацаны! Ёбарусы, ты чё? Ты сидишь на ней ещё? А, да как ты так делаешь, Кать? Стой, иди, беги в деревню, прячься там! Беги в деревню, прячься! Нет, я буду убивать, я буду убивать! Ёха, во имя всего! Не надо во имя всего убивать! А, ну вот тебя тоже убили. Во имя всего, да? Во имя всего ты убила, да. Давай, садись. Я надеюсь, в этой жизни
Когда-то этот рейд закончится. Не, ну как бы, а давай ты не будешь там умничать в комментах, если сейчас кто-то надумал то, что, ну, вы сначала бы лучше скрафтили алмазную броньку, зачарили бы ее, да все это будет в будущем. Но мы, у нас просто слишком любопытные задницы, поэтому мы прям... Подожди, пока мы плывем до этой деревни, там они поди убивают всех уже. Я не знаю, честно. Сейчас мы все проверим. Да мы продули. Перед такими сериями успокоительное нужно пить. Во-во-во-во, смотри, да какая уже лодка по счету? Это шестая лодка, на которой мы приплываем. Слушай, ты где? Давай уже убьем этого быка. Я не могу на него смотреть. Мне страшно. Было бы это так просто, как ты говоришь. А почему вот это... Подожди, а почему вот эта полоска рейда стала черной? Походу на кхана. Это босс, я поняла, это босс, его нужно убить. Иди сюда, давай застраиваемся вот сюда. Надо наверх забраться. Собака, только посмей со мной что-то сделать! Опа. Ты где? Я боюсь просто идти сюда. Спрячься где-то, спрячься. Я не знаю, честно, как его убить, у него слишком большой какой-то радиус поражения. Опа! Подойди сюда, скотобаза! Я бы так его не называла! А чё, ты думаешь, он обидится? Иди сюда, Кать, иди сюда ко мне, заберись наверх. Я не пойду. Тихонечко. Убей! Ты убил его! С него седло выпало. Седло? Классно. Мы теперь можем кого-то приручить? Ты посмотри, сколько их там. И ты понимаешь то, что всех надо как-то убить. Почему мы не взяли динамит? Мы могли бы бросить его туда, и они подорвались все. Кстати... Кать, а у нас зажигалка есть? У нас зажигалки нет. Так, если бы была зажигалка, тогда бы я тебя отправил домой. А так? А как для зажигалку сделать? Зажигалку нужно гравий ломать, чтобы появилась эта самая... Я случайно! Кать, прыгай! Лучше стой там, стой там. Я не пойду, я не пойду. Давай сам как-нибудь, хорошо? Я по одному буду их всех валить. Вот так, по чуть-чуть. Хотя почему? Давай помогу. Я уже справлюсь. Давай, спрыгай вниз, я всех почти уже завалил. Молодец, я тут, я рядом. Оп. С одного удара. Оп. Просто с одного удара. Оп. На, собака, на. Все, последний, все, убила. Молодец, сейчас я прибегу. Тут зомби, капец, как много! Ты куда меня отправил одну? И гори! Да я сейчас прибегу под... Так, я бегу! Там остался еще один нападающий, ты его видишь где-то? Господи, Игорек, ну отстань ты от меня! Сейчас спрячусь, ну нафиг, я не смогу здесь выжить! Я вообще не понимаю, что происходит! В предыдущей серии был какой-то зомби-апокалипсис, ну, в предыдущих сериях, а в этой серии какой-то конец света, и зомби нападают, и разбойники нападают, и где жители? Жители вообще здесь где-то в угол забились и сосутся вместе! Вы-то домой бы лучше бежали и защищали своих детей и жен! Чё вы здесь-то тусуетесь? Всё, мы угробили деревню, считай! Подожди, мне интересно, сколько здесь волн вот этих рейдов, рейдеров, потому что это где-то уже какая, третья или четвертая волна, и до сих пор ничего не изменилось. Вообще, ноль. Что мы делаем, что не делаем, мне кажется, мы вообще не выйдем отсюда никогда. А, киска. Ой! Ты где? Иди в куку! Иди! Что за... Клинатель с помощью магии. Катя, тебя кто убил? Это очень страшно вообще. Не понимаю, что происходит. Стой на месте, никуда не уходи, я сейчас прибегу. Заклинатель магии. А, это же вот эти НПСы, это вот эти существа, которые находятся в особняке, если его найти. Вот, они выглядят вот так примерно. Ай-яй-яй, иди сюда. Иди туда в карьер. Помнишь? В карьере. Куда? Мы были с тобой. В карьер. Я не знаю, где он. Убил! Да! Я герой деревни, ты тоже герой деревни! Кать, мы с тобой герои деревни, и мне выпал тотем бессмертия! Бессмертие? Бессмертие, это значит, если я его возьму... Собака летающая! Тотем бессмертия, если я его возьму в левую руку, когда меня убьют, мне дадут вторую жизнь. Ну, то есть я не умру, я буду бессмертен на одну жизнь. Ага. Как страшно! Мы что, с тобой герои? Мы с тобой герои в деревне, не зря мы с тобой здесь 45 минут сюсюкались с этим рейдом. У вас та серия идет примерно минут 20-25, а у нас с нарезками, просто представь себе на секунду, каждый раз бежать от нашего корабля сюда, плыть на лодке, это где-то минута.
Ты что думаешь, если мы вздрючили вот этих разбойников, нам сейчас какой-то скелет будет страшен? Паучок какой-то. Ладно, не буду обзываться. Герои деревни. Успешно отразите нападение на деревню. Нам дали какой-то эффект, просто эффект герой деревни. Я не знаю, что это такое. Помогите, пожалуйста, напишите в комментах, что нам дает вот этот эффект герой деревни. Может, какие-то привилегии, какие-то плюшки, я не знаю. Иди обратно в деревню. Скорее всего, каждый раз нас здесь будут встречать прям, знаешь, с букетом роз, с тортиком, с кофеечком и с готовым чаечком в руках. Мы спасли их деревню от нападения. Опа. Я тут убиваю еще скелетонов. Иди сюда. Давай мы спрячемся с тобой вот в этом доме, он прям красивый такой. Иди сюда, внутрь. Так, там ничего нет. У меня еще 4 зловещих флага, в принципе, нормально. Смотри, тотем бессмертия, смотри. Вау. Я тебе предлагаю закончить прямо сейчас. Чем дальше, тем интереснее. Я даже не думал, что мы вот с такой вот одеждой сможем отразить нападение. Да, конечно, у Кати сейчас стрела из затылка торчит. Кать, повернись. А ничего, что у тебя тоже торчит из задницы? У меня тоже со лба торчит, из задницы торчит. Ну, как бы, рейд это мощная штука. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение, Кать. Давай, 50 тысяч лайков выходит новая серия. Да, да, вполне. Да? Да, за наше геройство 50 тысяч лайков. Герои в деревне говорят всем огромное спасибо, всем удачи и всем досвидос, барбос, рейдос, абрикос. А мы пойдем праздновать нашу победу, да? Да.